В первую очередь ваши ангелы будут вам помогать реализовать это желание. И вам будут показываться определенные знаки. Вы можете увидеть, например, одни и те же цифры на циферблате. Или видеть, например, если загадали Mercedes E-класса и вам и черного цвета, например. И вам везде начал попадаться этот Mercedes E-класса. Вы уже думаете, господи, ну такое ощущение, что кроме Mercedes'ов на дороге ничего не ездит. Или вам будет, если хотите квартиру, попадаться везде проспекты с квартирами и так далее, и так далее. Поблагодарите ваших ангелов, скажите, я все принимаю, я понимаю, благодарю тебя за то, что ты выполняешь мое поручение. Дальше что нужно сделать? Сегодня вечером, у вас, в принципе, есть целые сутки, но после того, как мы с вами закончим, прописать три пункта, как вы придете к этой мечте. То есть первый пункт, ну, самый первый пункт мы уже сделали, да, с вами желание создали. Например, автомобиль Mercedes E-класса черного цвета. Уж раз я его взяла, давайте везде буду это говорить. Mercedes E-класса черного цвета. Первый пункт, который бы я сделала, я бы посмотрела бы в интернете близлежащие салоны, да, я посмотрела, где есть мой автомобиль, который я хочу там, приобрести или там, получить в дар, абсолютно неважно, как он придет. Я нашла тот салон, позвонила, договорилась на тест-драйв. То есть первое – посмотреть салон, второе – тест-драйв. Да, пройти и покататься с ним там по городу, на нем по городу. И третий пункт, который будет у меня, это создать некий такой момент, например, как я его буду забирать. Да, то есть либо он приедет ко мне под окна, или я поеду там с ним, с мужчиной забирать его там и так далее, и так далее. То есть что-то, что вы уже это имеете, да, но практически имеете. То есть вот последний шаг маленький остался. То есть либо вам ключи передают, помните, как я вам сказала, вот просто автомобиль был, это такой хороший пример для вот таких мастер-классов, это реальная история, абсолютно, да, я там не придумала ее, у меня даже в голове не могло, у меня даже не было пункта такого, когда я писала, каким образом может проявиться у меня машина между сегодняшним моментом и там Мерседесом, да, какая машина будет, я вообще даже не понимала. И вот мой момент, что мне эта машина ко мне, она приезжает, она под окнами стоит, и ключи мне именно дома передают, понимаете? Ну, как бы логически мой ум понимал, что я должна была бы съездить там в салон автомобильный, там договор подписать, ключи получить и так далее. Как можно пункты прописать по отношениям? Если вы хотите встретить мужчину, что вы вот краситесь, одеваетесь, куда-то там выходите, например, пьете чашечку кофе, дальше подходит ваш мужчина, вы с ним уже пьете там чашечку кофе и так далее.